Всем привет! Хочу показать нашу импровизированную качелю. Папа нам сделал такое вот на колесе, на веревке. Вот на таком большом дереве. Это груша, лимонка. И дети уже катаются на такой качели. То есть качеля это уже существует у нас здесь, на этом месте, наверное, лет 5. И вот так вот. Один раз, правда, веревка обрывалась, меняли. Ну, такая вот дополнительная забава для детей. Да, Ева? Помахай на видео. Ты Багиру в руки взяла? Багира. Кс-кс-кс. О, Багира. О, какая кошка. О, какая. А чего она где ходила? Вся в траве. Вот так вот. Детвора играет. На такой качели. На колесе. Ну, видишь, как? Молодец, раскатался хорошо. Здесь у нас прохладно. Деревья дают прохладу. А за домом очень жарко. Пустырь. Ну все, пока.